чувствую весь. Ага. Прикормку поменял. Ага. Ну это плотва. Нифига себе. Какая крупная. Плотву нельзя ловить. Ну мы его отпустим. Давай, иди, плыви. Подрастешь. О, ух, как их газанул. Так, в прошлом году пляж здесь был. Вытопило все. Так, прошелся здесь. Рыбаки сидят. И подходы плохие совсем, там еще вода стоит, грязь. Сейчас попробую переехать в другое место. Там местечко было. Не знаю, доступно или тоже грязь. Вроде вода уже и спала, а? Все равно по затонам пооставалось. Мусора много. Грязь, вода. Но рыба играет там. Неплохой карасик выпрыгивал при мне. Мужчина там рыбачит. Вчера, говорит, ловил. Вот все затопило здесь. Сейчас попробую. Может, где... И найду место. Нет, тут грязище. Грязище. Ну да. Тут только в сапогах. Только в сапогах. Никуда не пройдешь. Что делать? Червей он балом. Копать не надо. Под листвой. Красный. Любимый. Карася. Ну я там уже в другом месте подкопал. Ну сейчас еще здесь наберу. Лишние не будут. Так. Баночку там оставил. Ладно. Сейчас что-нибудь придумаю. Так, друзья. Вот. Все-таки выбрал такое место. Не знаю, в прошлом году я на той стороне рыбачил, там не очень было. Ну, попробуем здесь. Больше негде. Потому что там все затоплено. Там, где можно сесть, отдыхает. Ну, мы здесь попробуем, может, что и поймаем. Я вас приветствую, друзья. Сегодня 27 апреля. Время 17:20 уже. У меня очередной выезд на земснаряд, река Илек. Сегодня выехал опять в попытке поймать карася. Ну, не знаю, что из этого получится. Переместился я на другую локацию. Это то место, где я в прошлом году открывался 1 мая. Неплохо отловился. Ну и те года я там неплохо ловил, но сейчас туда просто не добраться. Много воды, перехода нет, объезд далекий. Ну не знаю, приехал сюда. Погода вроде ничего. Там вот к мужчине подходил. Говорит, вчера вроде бы клевало, карась ловился. Ну и так видно, что карасик прыгает. Ну и не стал там мешаться. Думаю, подальше сяду.
Ну, вот здесь вот сижу, пока еще не раскладывался, но не видать, чтоб рыба играла. Ну, будем прикармливаться, будем раскладываться. Сегодня буду опять пробовать ловить на жмых. Ну и червей накопал, опарыш есть. Короче, все наживки, все насадки, пелест попробую мелкий. Ну а там как повезет. Время уже, говорю, 17:30. Приступаем. Оставайтесь со мной. Так. Червей там накопал. Сейчас черви везде есть. Куда, где ни копни. Много. И красный червь, и такой простой. Ну, будем пробовать. Будем пробовать. Сейчас сразу, как обычно, жмых поставлю. Жмых у меня много. Жмых много. И попробуем вот такой поставить. Не знаю, уже не помню, с чего он там. Запах какой-то, клубника, не клубника. Хотя сейчас бы, наверное, что-нибудь поострее бы поставить. Но попробуем этот, потом другой попробуем. Может, что и клюнет. Так. Как вы, наверное, заметили, я всегда свою рыбалку начинаю со своего старого спиннинга. По крайней мере, он мне никогда не подводит. Даже в прошлый раз, прошлый выезд был, первую поклевку на него была, подлещика поймала. Ну, сегодня, не знаю, может, что поймаем, не поймаем. Посидим, отдохнем. Так. В этот раз нож я взял. В прошлый раз забыл. Вот так вот. Не знаю, как он тает. Это такой я еще не брал жмых. В тот раз я его не ставил. Дунаева. Ну, попробуем. Так. Так. Ну, посмотрим, насколько его хватит. Время смотрел, половина шестого. Так. Так. Первый есть. Так. Все.
Что-то мне или послышалось, или колокольчик звякнул, только забросил. Или это у соседей. Так, понемногу расставился. Поставил жмых, крышку. Сейчас вот на червя вот такой вот с кормушкой закину. И будем сидеть. Пелест сюда поставил один. Пока тишина. Карасик играет. Там сейчас плескался. Ну, посидим. Я думаю, может быть, что-то и выловим сегодня. Глубина приличная. Конечно, бы на мели его лучше бы ловить было. Но мели здесь нету. Мель затоплена. А там вот затончик есть, его весь облепили. Для 27 апреля это слишком зелено и слишком тепло. В этом году весна ранее вообще. Ну ничего, нормально. Главное, чтобы снег и мороз не подвел в мае. Потому что уже яблони зацвелись, вишни. Вот такие дела. На той стороне он тоже ребята сидят. Там он сидят. Ну, время уже 18:00. Пока слушаем лягушек трели. Так. У нас поклевка на червя. Что-то помусолил и бросил. Пелец сейчас тоже, наверное, поменяю. Поставлю кормушку другую с двумя крючками. Потому что для пелец, наверное, еще рановато. Сейчас что-нибудь живое надо цеплять. Червяк, опарыш. Тесто можно. Так, ну, в принципе, уже три поклевки видел. На червя, на крышку, на жмых. Это неплохо. Ветер стих. Солнышко прогревает. Так. Так, на крышку что-то клюнуло. Ну. Колесик. Нормально. Вот такой. Так. Куда тебе? Пока в садок, наверное, покладем. Так. Да тихо вы. Ничего не услышишь из-за вас. Так.
Первая поклевка, время. Время сколько сейчас? Вернее, поклевка не первая. Время у нас 18:15. Первого подлещика поймали на крышку. Так. Что-то на червя еще клюет там. Ну, сейчас. Сыровато здесь, конечно. До запрета тут совсем уже ничего осталось. Ну, до 10 мая еще можно карася ловить. Подлещика. Леща этот сама. Алло. Привет. Какие лягушки, соловьи бы. Наши соловьи. Окунь. Так. Что-то на крышку у нас опять клюнула. Ага. Нет. Так. Что у нас по времени? По времени у нас же 18:55. В улове один подлещик. Клюнул окунь, отпустил его. Ну и так поклевывает, ну. Пока нормальных реализованных поклевок нет. Я имею в виду карася. Хотя играет. Прыгает. Глубина здесь глубоковата. Вот там бы неплохо было бы. Ну ладно, сидим. Пока время есть еще. До 20:00 посидим, наверное. Ну, может быть, чуть позже. Я не знаю, сейчас во сколько темнеет. По-моему, 19. Или сколько? О, что-то тут у нас на червя пытается клюнуть. Переставил перец. Червь с опарышем поставил. Лягушек свадьба. Надо кофе ставить. Так, что-то затихло.
Я думал, к вечеру наоборот активнее будет. Когда я пришел, хоть что-то дергало. Да не что-то, а все дергало. Правда, не реализовал ничего, кроме подлещика. Ну, по крайней мере, хоть теребило и жмых, и крышку, и черве. Сейчас что-то затихло. Поставил кофе, сейчас сварил. Попьем, посмотрим. Давайте, приятного аппетита. Интересно. Рыба что, на дальний кордон, наверное, ушла? Так, и что это такое? За время принятия пищи ни одной поклевки. Это ненормально. У нас, по-моему, поклевка. Что-то есть. Ага. Прикормку поменял. И что тут у нас? Ага. Ну это плотва. Нифига себе. Какая крупная. Плотву нельзя ловить. Так что мы тебя отпускаем. Вон, селедка, батон целый. Нормально. Так. Так. Давай, иди. Хорошая плотвица. Другой замес сделал. Хлеб с шоколадом Дунаев на карася сазана. Ничего, сразу поклевка. Так. Хороший батончик. Друзья, время уже 19:40. Попил кофейку и вытащил сейчас эту плотвицу большую. Прикормку поменял. Сразу вроде и поклевка была, или случайность, или может быть им такая прикормка по вкусу. Ну, будем дальше наблюдать. Солнце уже скрылось из-за деревьев. Прохладой потянуло. Ну, еще посидим немного. Что-то на червя, на опарыша поставил. Все, вообще тишина. Жмых этот что-то дунаевский быстро тает, не знаю. Может быть, не все они кусочки там. По вкусу разные, может. Какие-то и подольше будут таять, но что-то быстро. Вот так вот, такая тишина, такая красота. Все зазеленело уже. Но самое главное, чтобы не было мороза. Так, ну что, друзья, время уже 20:30. Что-то клев вообще затих, глухо. То хоть как-то поклевывало, то вообще перестал. Как будто рыбы нету. Просидел я все это время на одном месте, никуда не переходил, потому что сегодня народу много. Ну и все места в основном заняты. А так много еще места подтоплено. Вода еще, уровень держится чуть-чуть. Короче, вот здесь вот в прошлом году пляж был построен. Местечко выбрал одно. Ловил я сегодня на жмых, на червя, на опарыша. Тесто пробовал. Ну и не знаю, жмых что-то сегодня плохо работает. Пелец чуть-чуть постоял, тоже снял. В основном, ну как в основном, поймал я две рыбины на крышку. Это подлещик один и плотва такая хорошая.
батон настоящий, селедка. Ну и на червя одного окуня. Ну, окуня и плотву я сразу отпустил, потому что они под запретом. Ну а подлещика сейчас я отпущу. Чего его мучить? Домой все равно его не повезу. Донки он что-то совсем затихли. Ну и особо не видать, чтобы рыба плескалась. До этого еще как-то нормально было. 5-6 часов. Карасик прыгал. А так получается сейчас вообще тишина. Мелочь он играет чуть-чуть. Так. Вот наш единственный улов. Ну ничего. Потихоньку рыбка начинает оживать. Вот такой подлещик хорошенький. Ну, мы его отпустим. Давай, иди, плыви. Подрастешь. О, ух, как их газанул. Ну, а на этом я закругляюсь. Всем спасибо за просмотр. Я вам желаю удачных выездов, достойных трофеев, не хвоста, ни чешуи. До новых встреч. Пока.